Руки! Руки! Операцию по задержанию преступной группы провели в Рудном сотрудники Управления по противодействию организованной преступности областного полицейского департамента совместно с рудненскими коллегами и при поддержке бойцов спецназа. Ранее в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о фактах вымогательства. Группа полиции, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей города Рудного, вымогала автомашины, мотоцикл, снегоход, а также 5 мобильных телефонов марки iPhone 15 и денежные средства. Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге. В ходе обыска мест, где обитали подозреваемые полиции, у участников группы были изъяты ножи, сигнальный пистолет, учебная граната. Также были обнаружены принадлежащие потерпевшим автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. По факту вымогательства установлены и задержаны 5 вымогателей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются. Ранее МВД Казахстана сообщало, что с начала этого года по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах в республике зарегистрировано 36 уголовных дел. По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 150 представителей криминалитета. Виталий Луговской, РТН.